Никому не нужный блог. С вами опять борт-журнал Toyota Yaris. Приехала пара груза запчастей. Зачем я в маске, сам не знаю. Не знаю, что это, не посмотрел. Посмотрим, попробуем это запихнуть в малышку. Первой пришла балка с дисковыми тормозами. Спасибо Алексу за это. Было круто. Вторым делом пришла дверь. Дверь заняла весь салон. Все, вот почему. Ну что, у нас тут насквозь прогнила дверь. Вместительная тачка. Ну вот, запчасти я забрал. Это, кстати, только 1/3 запчастей. А где их хранить, мне подскажет главный крот Приморской, двукратный обладатель 14-й сливы и просто очень классный парень Саня Зыль. Санечек, едем к тебе в гараж. Вот она, мана небесная, металлическая. Все поместится.